Не, птенцы нет. Хорош. Дайте вас. Добро. Окно? На! Я сейчас умру. Я не хочу умирать. Есть слева чел, есть слева чел, в упоре вот здесь. Ой. Ребята, я пожертвовал своей честью. Правильно. Ну что же, всем кукусики молодые, нифига себе у нас какое событие. Наконец-таки шоу Матч Банды Ютуба потихонечку выходит на разных каналах. И в первую очередь он, конечно же, вышел у Олега. И я решил вложить эту карточку от лица уже другой команды. А именно, скажем так, моей команды. В моей команде кто состоял? Непосредственно я, Лешенька, Хайпер, Максимка, Фреш, Следователь Толик и, конечно же, Ураган. И мы сыграли против, собственно говоря, стака Олега. Что из этого получилось, вы прямо сейчас узнаете. А те, кто уже у Олега ролик видели или у Джонни, ну как бы, может, и здесь тоже глянуть, потому что они-то были в одной команде, а я непосредственно в другой. И вот что здесь происходило, вы сейчас все это дело увидите и узнаете. Это шоу-матч банды Ютуба в Counter-Strike втором, так сказать. С вас лайки, подписка, и мы потихонечку залетаем. И я надеюсь на то, что вы как бы много лайков-то поставите, потому что это была прекрасная катка. Погнали. Так, ну что, пацаны? Называть, ну... Унижаем. Не-не-не-не-не. Унижаторы в CSGO. Камеры, блядь, так, короче, играем по-серьезке. Фул, короче, на стратке. Если проем, тогда мы по фану просто бегали. Да, все правильно, все правильно. Начинаем, ребята, давайте собрались! Так как я лучший капитан команды, Колить будет Анатолий. Нет, не капитан. Не-не-не, пускай Ураган. Ураган, Коль. Ураган, капитан. Ураган, лонг, я не знаю, что такое лонг. А вот, вот, вон туда бежим. Я прокидку купил, я прокидку. Ну ладно. Кушать. Конечно, блядь. Есть двое. Будут, будут. Давай, Ураган, блядь. Меня ёбнули. Патроны кончились. Ебите. Даю дым дабл. Готов. Так, у них еще один, давайте, ебите. Флешка пошла. Я ставлю, давай. Я в Тёмку пошел, ребят. Готов. Тёмка, Тёмка один. Тёмка один. А, ну он последний. Жду его на Тёмку. Надо, блядь, изи нахуй. У него. Хорош. Ебать, изи вообще, блядь. Лохи просто, вообще, играть никто из них не умеет, лошпеды. Давайте Б. Ну ладно, Б, Б. Это предложение Макс. Для ютуберов, понимаешь, всегда, блядь. Они стакнули. Они, походу, да, они пушат что-то, ребята, кроме. Они, кстати, сзади могут зайти. Да, на миду. Тёмка бежит, Тёмка бежит. Хорош. Их много там, трое сити. Бля, нихуя не знаю, надо просто время тянуть. Окно? На! Я сейчас умру. Я не хочу умирать. Ну блин. Ой, блин, я не хочу умирать. Что, у них закуп будет? У нас тоже. Буквально парочку слов касаемо MyCSGO. Я думаю, вы уже все про него слышали. Что у нас там есть? У нас там есть, конечно же, кейсики. Это что такое? Открываешь кейс, вытаскиваешь скин-контрактики, конечно же, тоже. От трех пушек засовываешь и получаешь какой-то один прикольный предмет. Ну или не очень прикольный, в зависимости от удачи, как говорится. Режим апгрейд. С определенным шансом ты, получается, запихиваешь один скинчик или там баланс, допустим, и вытаскиваешь что-то. И также еще у нас режим сражения, где с относительно одинаковыми скинчиками ты, короче, весь такой залетаешь туда-сюда. Сам уже, как говорится, тоже раз на раз не приходится. Вот. Еще если режим операции, конечно же, это получается своеобразное задание, типа, открой столько-то таких-то кейсов, или там на баланс что-то где-то положи, вроде нет такого задания. Но тем не менее, да. И бесплатные кейсики. Если что, то вы можете испытать свою удачу именно там, так сказать, именно на них. Вот. Что я бы еще хотел сказать. По моему промокоду нищета вы получите плюс 40% к сумме вашего пополнения. Это очень приятно, я считаю. А еще по вот этому одноразовому коду с депозитом от 2000 рублей вы получите 100% к вашему пополнению. Держу в курсе. Вот. А мы тем временем, конечно же, дальше идем на ну, как говорится. Выиграл. Собрали его, забрали. Кидаю флеху, отворачивайтесь. Флеха, флеха. Давай. Ой, нихрена себе. Один на грибах. Двое на грибах. Двое на меду. Все. Да, да. Все, все. Все, пробегаем. Ставьте, 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 ставьте. Ну, Толя на рей пойдет. Я на гусе. Макс, спрячься. Их нет, да, у нас нету. Лонг, да. Лонг один. Лонг забрал. Остался чуть. Давай. Шор. Хорош. Просто лучше. Да не лохи, просто ничего, играть не умеют. Шару поставил, конечно, ну ладно. Да сейчас шару. Вот это вот перезапись вот это. А можете, пожалуйста? Че, че? Паш, паш, паш. Калаш, 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 калаш. Че, куда ем? На, хочешь я? Да мне кажется, так же. Близко, близко, мне ебнул. Уйди, уйди, уйди! Лучше сити один. Бомбу мне, бомбу! Гаси его! Блять, двое. Сити шорт, понял. Да, блять, да как эта дура это сделала?
Он сейчас вот это... Ооо, какой я сейчас взял килл! Да это на шару залетело бы. Согласен. Ну ладно, Б тогда. Вот такая хаешка нам могла тогда. Давай, ураган, я верю в тебя, давай, ураган. Да блядь, их там двое, сучки. Давай, клатч, 1 в 4. Бля... Еби, Юрген, пожалуйста. Юрген, мастер. Я думаю, они давить будут. Ай! Ебать! Блять, у Олега на шару залетает, пиздец. А кто сделал там минус 4 из них? У них там кто-то минус 4 сделал, какая-то тварь это на Олеге кофе, наверное. Почти, почти, почти. Алекс Фокс, да это не Алекс Фокс играет, он не умеет. Ну дайте я выйду, ну ёбаный в рот. Нахуя? Вон, в принципе, найс трай. Поцеловал. Блять. А чё ты так смотришь? Надо выебать, чтобы Олег выложил видос, где его выебали. А ты чё? Найс трай, найс трай. Это не они играют, это вон, размат, блять, вот этим. Охуенно. Отлично, блядь. Убили, кстати, вот. Размен неплохой, все, все. Боксы могут зайти, аккуратно. Есть слева чел, есть слева чел, в упоре вот здесь. Ой. Хорош. 1-2 сайте где-то. Побыки не быки. Да зажим здесь не работает еще. Ну не на таких расстояниях. Просто ужас. Надо привыкать. Да. Нормально подвести сервер? За КТ нормально будет. Давайте в стендов будем играть просто и все. Нахуй нам этот Counter-Strike, блядь. Давай дезертируй. Олег здесь? Хорош. Конечно. Да нахуй пошли они в пизду, погнали, Б, блядь. Блядь, да а, нет, за Б есть! Блять, Толя в меня, я от него нахуй наконец. Толя просто перед Максом съел, блять, Толя туда стал. Да я того рот... Похуй, выходим, стреляем. Не надо, не надо, все, идем. Я боюсь. Охуенно, я ушел, блять. Мне ничего не собака будет, отвечаю. Двое бит, нихуя себе! Так его же здесь нет. Блять, есть дерьмо. Да блять. Его здесь нет, меня бесит играет. Я пошел на Б, ну его нахуй. Знаете, пацаны, короче, если что, мы можем сказать, что это переигровка. Потому что не было, типа, розыгрыша стороны первой. Да, кстати, это хуйня вообще все. Значит, смотрите, как быстро сливаться. Берете вот так. Сосите сайты вон. Давай! Что это? А, блядь, тварь. Блядь, прямо в правую ножку, да болит и так, они стреляют, тебе твари. В ахиллесовую пяту попали. Тут стрельба из ВП стала похожа, блять, на стрельбу в Quake 3, блять. Да-да-да, короче, хуйня, как что это. Так вот, чтобы... Есть там чел, очень близко. Блять, заходит дверь. И тоннель, я отвлекся на то, что Макс умер. Пизда мне. Найс. Найс. Хорош. НЕЕТ! Давай, еби, блять. Блять, так он красиво. Не своим телом. Да я хотел, вот видишь, рядом лег. Провода поменялись, что за хуйня. Да, реально, че, как специально за. Вот это вот, короче, плюс был, а вот это минус. А, он слева уже. Да блять, их тут два. А, я убил. Плохо. Я не убил, он прыгает. Я петушка убил. На нахуй! О, близко! Блять, мне тильти, вон, я не хочу. Я тоже. Давайте поделим. Пойду поесть приготовлю. Пойду поесть приготовлю. Реально, Андрею можно было, а мне нет, я жрать хочу, потому что не покушал. Блять, мы его час ждали, гандон опять, сука, заебну, а погнали. О, оружие. А, сзади, он сзади. Там, блять, там двое. Вы прям под гранаты, как будто без... Обидно. О! А нахуй! О! С двери вышел. Да ты заебал, чё ты? Блять, а почему? Да. Ёбаный чёрфикс, гандон! Не зря я копил на АВП, я зато вынес Олежика, сразу же встал, я просто в ебальник, бам. Как он туда? А, это другой. Орут! А, близко! Что это такое? Лохи, сусите, научитесь играть. Ну за спецназ-то надо выебать, блядь, пожалуйста, 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 давайте выебем, выебем. Давай. Выебем. Я за Б, я Б занимаю, короче. Давай, я тоже Б с тобой займу. Мы, то кстати, так-то запушить Максом могли. Максом оставили на лонгу, да, двое? Охуенный план, ребята, блядь. На... А это лонг. Лонг, двое зашло, трое. Кинули. Ебаш, тват. ОМОН, работает ОМОН. А ну меня через дым задишили, блин. Ебите нахуй. Лонг ласт. О, о. Смотрит дабл. Пожалуйста, выеби.
Бля, мы почему первый раунд мы ебем, а остальное мы ебем? Потому что... Потому что у них оружия нету первый раунд. Да, в татуре. Один суисайд был. А, я завис! Я завис! Что за хуйня? Отходи, Макс, на план. Трое идут шорт. Я завис! Сейчас я диском. Да, шорт идут на, слышь, Макс. Да-да-да, иду, бегу. Прыгнул один, да? Возьмите паузу, сейчас зайду. Стоим на месте, Олег. Стоим на месте. А мы пойдем на плент. Не надо. Я, короче, это по чуть-чуть буду выходить. Давайте, ребята, пройдем. Если что, я там стою. Я тоже здесь и был. На лонгу. Бля, так тупо, чтобы в консоль сойти, а язык нужно поменять, что за хуйня? Стой, я знаю. Слушайте, а вы к ним на плент, забегите на спаун. За двери, или вы сюда. Я вот здесь буду. Иди, Толя, нет! Не-не-не, я вот здесь. Может, тебя подсадить? Они бегут. Слушай, жди. Макс бегут. А, хорошо, рекан! Это все... А, лонг? Ну, типа, были, да, были. Были, да. Ждем, говорит, стоим. Блять, надо было их еще пропустить, понял, блять? Мне надо было минуту еще не заходить, чтобы, типа, они раунд проебали. Прикинь, только как было прикольно вдвоем с ножа нахуй двоих, блядь, ебать. Ой, бля, какая кадя... Ой-ой-ой. Это... А нет, это Б. О! Ураган, дурак! Дурак! Ребята, я пожертвовал своей честью ради этого. Правильно. Вопрос просто, просто вопрос. Молчать! Молчать! У нас был ранбуст всей команды. Я обхожу, пытаюсь. Двое вышло. Трое на лонг выходят. А у меня еще и хуевая пушка, пиздец. О. Важно. Важно. Стреляй! Хорош! Давай. Ой, справа. Хорош. О. Буёв. Ну. Ну, со стулья хуй цадин, нормально. Мне кажется, это Б, наверное, будет. Да, Б. Тема Б есть. Нет. Это Б. Одна. Походу. Олега забрал. Постовый и там. Нижний, верхний. Или вверх. Оставайся. Я на миды посмотрю. А, у нас уже смотрят. Нормалды. Мы прошли. Все, не важно. Хорош. Да, Б. Б. Да. Б. Какие-то есть. Нет, все. Хорош. Дайте вас. Забрал. Ухожу с лонга, давайте. Я через мид, миды. Мид, пацаны, мид дофига. Блять, на миду, блять, вышли. Пиздец, они заражены. А их уже все. Моя граната уже проявила. Хорош! И лонг есть. Да, лонг есть. Паш, флешка. Подходи. Еще флешка. Подходи. Да, сейчас пойду. Дай подсад. Давай. Я в закрытую сидим. Они жопу себе за... За пломбир. Это А. Да? Да. Пойдем. У меня 8 хп, пиздец. Аккуратно. Чей-то дым война. Убили меня. Так, один пит и второй около пита справа. Как Сас смотреть. Пит это вот эта ямка. Ямка? По одной. Хорошо. Максик. Они съебут. Блядь, все нас свалили. Сидите, кто лучше стреляет, вот Толя, давай. На все они стягиваются. Что, видишь мид? Что, пит нету. Миду пока нету. На мид чекаю. А, только повернулся. Мид. Окно. Найс! Тёмка! О! Лучший! Просто! Мужчина. Анатолий, блядь, вообще тварь. Хорошо. Блядь, чё синий задень такой, чё мне, блядь, все нахуй не заебать. Я... Ты сейчас их унизил, просто выебал, блядь. Есть лонг, вышли. Много. Хорош. Блядь, они через дым хуярят. Близко где-то. Я через лонг иду к нему. Лонг. Хорош, Лёшка! Дайте, пожалуйста.
Просто. Чуп-чуп сделал, блядь. Тактично ебать надо, и все. Тактично, да. Шорт! Шорт. Блядь, а как я туда успею? Ухожу. Они уже выходят на... Блядь. Ураган, зря пушил. Да, они шорт. Минут один. Блядь, они уже в этом, на рампе. Хорош! Минут один. Хорош! Умница. Где еще? Где ласт? Бомба у вас, все похуй. Да, просто спрячьтесь, сделать что-то как-то, и все. Аккуратно. Смог. Макс. Да. Хорош! Есть шорт. Много? Двое шорт, много, трое много, где-то. Иду. Втягиваемся. Хорош. Еще шорт есть. Втягивается обратно, походу. Да. Ушли назад. Они, скорее всего, на Титаник туда съебутся все нарез. Смотри, он на Титанику утонул туда. Осуждаю. Не жду, что мы кушать будем. Не будем мы. Но они, скорее всего, вапу сейвят. Они на Титанике, да, они на Титанике, слышат. Что такое Титаник? Тэшки ну, это вот тест-фан. Где мы выходим на бейс, прыгиваем с такой хуёвины большой. А, да. Дать Титаник. Прям фул Титаник, даже не машина. Пойдём. Чтоб денег вообще. Найс, молодцы. 13-13, ребята, сдавайте, блять. О, сука, нах. Так, они лонг очень давно не выходили. Так же, в принципе. Ну да, снаряжение. Я лонг бегу. Где? Куда? Шорт. Взорванный, 55 бой, шорт. Двое? Лонг хорош. Да, еще шорт. Пасса. Еще. Ла шорт. Над вами бежал, да. Ушел, по-моему, кто-то. Лёх, встань на Б на всякий. Я лонг встану. Угу. Вот Б вышел. Да, это Б. О, лучший! Все, Макс, все. Дефьюз. Где бомба? Вот. Максик. Не пашь пока, Авик, пожалуйста. Хорошо. Да ебать. На, въебал, на. Бля, такой камбэк ебанутый. Так, Паш, занимай позицию, я нашел. Давай. Ладно, я вижу. Мид, все мид Б будет. Блять, это Б, да? Да. Мид есть. Давай, клатч. Все слышит. Что же... А, двое, ну ладно. Паш, там фул прокид. Ой, один вышел. Это, да, рядом. Это. Близко. Идет вдоль стены. Вдоль стены двое. Минус, а без, все нормально. Блять. Блин. Блять, там просто пиздец. Как он не повешал сейчас? А, я сова, блядь. Да. Кидаются бутылками. Охуели. Ой. Еби. Все, звуком. А, блядь! Ребята, сейчас пиздец. Че, выигрываем нахуй этих лохов. Все, потеем нахуй. Шорт, ты сказал, идет? Смоук на миду. Я жду в закрытую. Это пиздец, там пол хп. Один пальма с авиком. Да, без головы, Олег, кофе около Гэндальфа. Блять, ну ты... он уже в сайде, блять. Ай, блять, найс трай, нормально. Блядь. Нормально. О, я мастер подрыва, урон гранатами 232. В натуре лохи, бля. Это им повезло. Вообще все по сценарию, как ребята, Олег скидывал. Мы поддавались, да, как Олег. Да. Все по сценарию. Хорошо, что не будет пересъемок. Блин, вообще прекрасно. Ну что, ребят, вот такая вот получилась прекраснейшая, как мне кажется, катка. Я, конечно же, очень сильно жду CS2, потому что CS2 это что-то невероятное, просто прекраснейшее. И я надеюсь, что вы тоже ждете CS2 и как можно больше контента там. Вы просто представьте, вот эти вот всякие маньяк CS2, получается, уже будет. Я не знаю, что у нас там еще матчмейкинги, напарники, прочее, патруль. Я сейчас даже патруль не могу снимать по той причине, что патруля сейчас просто-напросто нету в самой CSGO. Вы представляете? В меню нету. Ну и все, как бы. Ну ладно. Тем не менее, уже этим летом это все дело начнется, все вот это вот безобразие. Хотя, может быть, и раньше. Я надеюсь, что-то мы с этим придумаем, что-то мы с этим сделаем. И огромное спасибо всем тем ребятам, которые нам посодействовали в съемках данного видеоролика. Вот. В моем случае это был, конечно же, Харди красавчик. Ну, короче говоря, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь на ваш лайкос. Ну, еще небольшой бонус сейчас будет в конце ролика, конечно же. Смотрите там. Я же возьму. Это было жестко. Это пиздец. Это было прям очень жестко. Да, не знаю, согласен. Мы угорали. Ну да. Мы тоже последний раунд обыграли. Последний раунд. Андрей говорит, я говорю, пацаны, еще один раунд и буду допу. Андрей говорит, а допа за бесплатно? И Джонни так разрывается этой шуткой, что я понимаю, что все, сейчас точно буду допу. Продлевать будете?
Я в лёшу посмел. Да, из аккаунтов, из аккаунтов кто-то выйдет. Обязательно, конечно. Нет, не выйду нахуй, я сейчас его застилю нахуй. Застилю? Ну, хорошая игра, хорошая. Я записал.